Внимание! Следующий ролик не предназначен для просмотра лицам, считающим, что деньги – это зло, а быть бедным – это нормально. Речь пойдет о способе заработка миллионов, который признали самым эффективным во всем мире. Зарплата президента России – 12 тысяч долларов в месяц. Президента Франции – 16 тысяч долларов в месяц. Президента Америки – 33 тысячи долларов в месяц. Средние лидеры MLM-компаний выходят на доход 50 тысяч долларов в месяц уже за 2 года. Думаете, так не бывает? Тогда просто задумайтесь над этими фактами. Индустрия MLM занимает первое место в мире как самая быстро развивающаяся экономическая система. Ежедневно в мире 60 тысяч человек становятся дистрибьюторами MLM-компаний. Каждый день в мире 50 и более человек становятся миллионерами благодаря сетевому маркетингу. Индустрия сетевого бизнеса выпустила самое большое количество миллионеров в мире. Сетевики путешествуют по всему миру, на каждый день у них запланирована уйма встреч и приятных знакомств, а главное, они могут позволить обеспечить себе и близким достойную жизнь. Но не все так просто. Быть сетевиком значит минимум год активно строить сеть и работать не покладая рук. Быть сетевиком значит 24 часа быть на связи со своими партнерами и постоянно находиться в дороге и в перелетах. Но самое важное здесь другое. Чтобы преуспеть в этом бизнесе, важно правильно выбрать надежную сетевую компанию, которая добросовестно будет выполнять все условия сотрудничества. В мире более 5000 сетевых компаний. Из них 23% компаний однодневок, которые открываются и тут же закрываются, не выдерживая конкуренции. 27% компаний и вовсе не являются MLM-компаниями. Это финансовые пирамиды, крах которых неизбежен. Если вам предлагают просто вкладывать деньги и ждать богатства, задумайтесь. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 40% компаний предлагают продавать заурядный, невостребованный продукт, перекупленный у посредников, что никогда не даст партнерам хорошей возможности заработать, если потребители смогут приобретать более дешевые аналоги. 7% компании кормят партнеров постоянными обещаниями о путешествиях, бонусах, а на деле ничего не дают. Что очень легко проверить в эпоху интернета. Остается лишь 3% компаний, в которых сбалансированы 5 основных составляющих – руководство, путешествие, система обучения, продукт, маркетинг-план. Мы рассмотрим подробнее каждую составляющую на примере компании, которая входит в 3% надежных MLM-компаний мира, для того, чтобы вы самостоятельно могли отличить добросовестную компанию от той, которая только пускает пыль в глаза. Для примера мы взяли компанию APL, которая активно развивается на рынке вот уже больше 8 лет. Она с легкостью преодолела самые опасные кризисы MLM-компаний – 1, 3 и 5 лет. Ее сеть насчитывает более 250 тысяч партнеров по всему миру. Начнем разбор компании с руководства и команды в целом. APL руководит молодой, амбициозный президент, который вызывает доверие и уважение партнеров. Хороший управленец, который вышел из небогатой семьи, самостоятельно построил бизнес с нуля, заработал свой первый миллион в 21 год. Только сильный, целеустремленный человек способен вести за собой 250 тысяч партнеров со всего мира. Сергею Куликову это удается. Как мне это удается? Я не задумывался над этим. Я просто беру и делаю. Моя цель – вывести APL в первые строчки мировых компаний. Я хочу, чтобы мои партнеры были самыми богатыми в этой индустрии. Я иду к этой цели каждый день, 24 часа в сутки, и я не чувствую усталости, потому что это мое призвание. Сергей Сергеевич старается сделать все необыкновенное для нас. У нас вот просто мурашки по коже бегут от каждого его действия, от каждого его движения, от его фантазии, от его любви к партнерам, к своему продукту, к своей компании, к своей семье. Сергей Куликов работает вместе с командой профессионалов. Руководство APL заботится о прибыльности сети, постоянно стремится быть на пике инноваций, внедряя новые идеи и реализуя эксклюзивные проекты. Они гарантируют безопасность и прозрачность бизнеса, берут на себя юридическую защиту каждого партнера компании. Ведя бизнес в партнерстве с APL, вы избавляете себя от многих юридических хлопот. Компания давно уже получила все необходимые для работы документы и сертификаты, а на защите прав каждого партнера стоит серьезная юридическая компания, по необходимости помогающая решить все возникающие вопросы. Одна из сильных сторон компании привести в порядок, согласно законодательству той или иной страны, где сегодня работает компания, согласно их юридическим требованиям, привести все документы в соответствие. И это дает нам, конечно, определенную уверенность, надежность, защиту. И в данном случае вот не стыдно
работать в этой компании, не стыдно нести высоко знамя этой компании, потому что понимаешь, что за тобой защита, серьезная юридическая программа, серьезные юридические документы по организации нашей работы. Руководство и профессиональный штат сотрудников – первый кусочек пазла в картине идеальной сетевой компании. Идем дальше. Сетевой бизнес славится своими уникальными поездками и незабываемыми событиями. Ведь это возможность встречаться для партнеров всей сети. Это возможность отдыхать в лучших отелях мира. Но, как оказалось, далеко не все компании сдерживают свои обещания. Компания APL же стабильно вывозит своих лидеров на Golden People. Это день рождения президента и основателя компании Сергея Куликова. 2019 год. Партнеры APL разгадывают загадки острова Бали. 2018 год. Магическая вечеринка в самом кинематографичном отеле Вегаса «Белладжо». 2017 год. Пиршество в настоящем замке в Праге. 2016 год. Перелет на частном самолете с VIP-аэродрома Москвы и отдых в самом дорогом отеле Сочи. 2015 год. День рождения в Дубае. 2014 год. Шри-Ланка и Мальдивы. Вы даже не представляете, какая удача мне выпала попасть, быть вместе с моей командой, с моими лидерами, с моими великолепными людьми на этом мероприятии огромном, которое называется Golden People. Я очень счастлива и благодарна. Это такой восторг, меня переполняют такие события. Я очень рада и счастлива. Я благодарна 1000 раз. Спасибо компании, что я здесь нахожусь. Каждый год на день рождения компании лидеры отправляются в круиз. В прошлом году это был круиз в ритме сальсы. Партнеры стартовали из Кубы. Они уже вдоль и поперек объездили Карибы и теперь собираются покорять азиатские страны. В числе кораблей, на которых передвигались наши путешественники, был и самый большой лайнер мира – «Allure of the Seas». Круиз с остановками в самых райских уголках – Мексика, Ямайка и Гаити. Также партнеры компании были в круизе на Багамах и путешествовали на лайнере по Средиземноморью – Франция, Италия, Испания, Хорватия и греческие острова. Какого невероятного путешествия! Лучшее, что было в жизни. Такого никогда не увидишь, когда сам поедешь в отпуск. Только путешествие с командой APL можно увидеть все. Спасибо. Перекрасок, перечут. Просто не передать словами. Потрясающий отдых, потрясающие люди, потрясающая атмосфера. Все круто. Всем тем, кто здесь не был, вам нужно присутствовать здесь. Все. Супер, APL. Мы крупнее! APL Seasons – это ежегодный большой обучающий семинар для партнеров компании, на который приглашаются лучшие спикеры мира. Традиционно это событие уже несколько лет проводится в Турции. Сегодня был глобальный прорыв. Эмоции рвут меня на части. День рождения компании – это кульминация года для всех партнеров APL. В этот день количество звезд, эмоций и подарков просто зашкаливает. Чтобы этот праздник остался в памяти каждого партнера, надолго его организовывают настоящие гиганты в сфере ивента. Это лишь малая часть событий, которые проводит компания. За 8 лет партнеры APL посетили с компанией более 35 стран. В наших поездках не бывает скучно. Это всегда креатив, роскошь, иногда даже экстрим. Например, в Америке мы плавали среди миллионов аллигаторов. А в Дубаях мы жили в самом дорогом отеле мира «Армани». У каждого партнера был свой персональный «Бентли». И мы ужинали в самом элитном и дорогом подводном ресторане мира. Мы обожаем путешествовать. Это наш стиль жизни. Мы путешествуем с Сергеем Сергеевичем по всем странам. Мы побывали на Индийском океане, на Тихом океане. Мы побывали в Средиземном море, Черное море видели. Вот сейчас Атлантика уже второй раз. Отследить реальные путешествия и бонусы, которые получают партнеры той или иной MLM-компании, сейчас очень легко на сайтах и в соцсетях. Идем дальше. Сетевик со стажем сможет разобраться в работе почти любой компании. Что же делать новичкам? Им особенно нужна поддержка. Обратите внимание на то, какое обучение предлагает приглянувшаяся вам MLM-компания. В APL есть авторская пошаговая система обучения APL Office, которая оказывает поддержку на любом этапе развития. APL Office – это просто супер. Это
колоссальный источник информации. Фактически это школа. Школа, которая разным партнерам на разных этапах их продвижения дается разная информация, начиная с начального пошагового обучения, как зарегистрироваться в системе, как пригласить партнера, как работать с новичками, как проводить презентации. Чем более продвинутым становится партнер, чем выше у него квалификация, статус, тем больше возможностей он получает в IPL-офисе. Также у партнеров могут возникнуть технические вопросы. Например, такие как: из чего складывается сумма в чеке, как начисляются бонусы и многое другое. Выбирайте компанию, которая детально показывает оборот всех ваших денежных средств. Ваш доход должен быть честным и прозрачным. У партнеров компании APL есть уникальный личный кабинет – бэк-офис. За каждым партнером в компании закреплен эксперт из департамента по работе с партнерами. Они не оставляют партнеров без внимания и поддержки. Бэк-офис – это удобный, эффективный, современный инструмент, который позволяет нашим партнерам вести все дела, начиная от регистрации новичков и заканчивая расчетами и перечислениями бонусов согласно маркетинг-плану. Компания APL постоянно следит за тенденциями и обновляет систему, делая ее максимально эффективной. Компания пошла дальше и расписала план каждого события, каждого дня недели и каждого шага партнера для достижения максимальных результатов и скорейшего восхождения на вершину успеха. Собственный журнал компании, сайт, социальные сети и даже специальная платформа «Трафарет лендинга», где каждый партнер может создать себе за 5 минут сайт-визитку и работать, не выходя из дома. Максимально доступная, эффективная система обучения APL заслуживает 10 баллов из 10 и прекрасно вписывается в пазл идеальной MLM-компании. Есть сетевики, которые утверждают, что им не важно, что продавать. Но согласитесь, если ваш продукт востребован, это в разы облегчает работу. Выбирайте компанию, продукт которой вызывает у вас доверие. Внимательно изучите отзывы о продукте. Компания APL привлекательна для покупателей разного возраста и разных потребностей, потому что выставляет на рынок разный, но крайне интересный продукт. Драже для здоровья и долголетия. Accumulate Essay. Уникальная серия косметики Beauty Natural Series. Серия по уходу за зубами. И продукты питания на каждый день. Вот так, выбрав сегмент здоровья и красоты, компания APL захватила большую долю рынка потребления самых популярных товаров. Мы подробнее остановимся на первом – продукты серии Accumulate Essay. Это 15 видов драже, производимых на собственном заводе компании по уникальной запатентованной технологии аккумуляции силы. Это дрожжи от аллергии, стресса, от боли в суставах и многое другое. Наличие собственного завода APL также является огромным плюсом для партнеров. Они продвигают собственный продукт, а это значит, что себестоимость его ниже, чем в тех компаниях, где предлагают продукцию на перезаказ. Они не зависят от производителя и его капризов. Соответственно, исключены ценовые скачки. Уделяйте особое внимание продукту при выборе сетевой компании. Продукты компании APL действительно впечатляют. Нам остается проверить еще один пункт – возможности, которые предлагает компания. Наш маркетинг-план позволяет как новичку, так и опытному лидеру зарабатывать любые чеки в зависимости от своей потребности. Доказательством этому является, что в нашей компании на сегодня десятки и сотни миллионеров. Вы знаете, сегодня это сумасшествие какое-то. Это вообще нормально так? Ну, миллион евро за 9 месяцев работы. В APL ежемесячно проводится большое количество промоушенов. Это дополнительные условия, выполнив которые, партнеры получают очень приятные бонусы. Столько много промоушенов, чтобы вот эти промоушены не выполнять, они такие легкие, такие доступные. Первое, что мой промоушен был, я даже не ожидала, когда Сергей Сергеевич лично мне вручил 3 айфона. Хороший маркетинг-план, еженедельные выплаты и большое количество промоушенов – вот они возможности для того, чтобы вы могли стать настоящими долларовыми миллионерами. В частности, это 15 видов заработка, комиссионный с продаж и большое количество бонусов – возвратный, стартовый, групповой, лидерский, структурный, пенсионный, представительский, актив-бонус, директорский и бонус руководителя, люксовые бонусы, такие как поездки, денежные премии, украшения и пентхаусы. Вы видите, пазл компании APL сложился идеально. Здесь на редкость удачно соблюдены все условия идеальной сетевой компании.
Это надежный фундамент и большое количество партнеров, харизматичный сильный лидер и мощная команда в окружении, грандиозные события и незабываемые мотивирующие поездки, грамотная техническая поддержка, прозрачная система начисления денег, хорошая логистика, достойный востребованный продукт, наличие собственного производства и, самое главное, маркетинг-план, на котором зарабатывают уже тысячи людей по всему миру. Благодаря EPL, ну, уже на 5-й месяц работы я приобрела себе автомобиль бизнес-класса, Mercedes, внедорожник, как я люблю. Это было очень классное чувство ходить в автосалоны разных марок, брендов и выбирать, на какой машине сделать тест-драйв, чтобы потом приобрести. Благодаря сотрудничеству с компанией APL я могу себе позволить дорогие хобби, одним из которых сейчас является гольф. Благодаря компании APL я построила дом, дом моей мечты, мечты всей моей семьи. Как же все-таки здорово быть богатым! Сейчас мой чек компании APL 120-150 тысяч евро в месяц. Знаете, как хорошо, когда ты зашел в магазин, в торговый центр, и можешь купить себе, зайти там, где продаются бриллианты. И уже не смотришь там, где маленькая цена. Никогда бы раньше я этого не могла позволить. Боже мой, как я благодарна, что я в этой компании.